Один из самых молодых, но такой любимый и значимый парк Победы в советском районе Самары готовят к одному из главных общенародных праздников – 9 мая. Каждый год здесь проводят субботники депутаты городской думы, представители общественных организаций и молодежного парламента. Эта весна не стала исключением. Мы будем отмечать 76-ю годовщину. И это точка притяжения – парк Победы, где у нас и дом ветеранов, где у нас и атрибуты памяти. И хочется, конечно, в первую очередь, чтобы вот люди, пришедшие сюда, пожилые, ветераны, кто смогут прийти, да и просто жители города, гуляли, отдыхали в комфортных, так сказать, условиях. Активисты разделились на группы. На каждом зеленом участке собрали мусор и прошлогоднюю листву, упаковали в пакеты и вывезли. Впрочем, одним субботником депутаты не ограничились. Привели в порядок берег Волги и дворы в округах. После того, когда здесь проведем уборку, также уезжаю в Самарский район и территорию набережной, свой округ, там принимаем участие также в уборке. Многие начали очищать свои дворы, какие-то убирать сараи. И в этом году мусора по объему больше вывозимого. В Думском субботнике приняли участие порядка 300 человек, чтобы парк встретил День Победы во всей красе и величии. Светлана Кудрявцева, Сергей Баскин. События.